Здравствуйте, это канал Максиманцы и долгожданный спецвыпуск по модам на Кадаседа, в котором мы, собственно, снова продолжаем проходить лучшие, по моему мнению, мод на Кадаседа за всю историю рубрики. Neighbors from Hell Affairs, конечно же. Собственно, извините, третий выпуск по этому моду, и, собственно, у нас осталось парочку самых больших, самых сложных уровней. Я не буду ни в коем случае обещать, что мы их пройдем, но мы, по крайней мере, попробуем и посмотрим, насколько тут вообще они сделаны офигенно. Посмотрим, что в них такого интересного. Собственно говоря, я уже вижу, что здесь 20 минут дают, здесь аж целых 30 минут дают. Это уже что такие значит, что уровень, что это большие уровни и сложные. Кстати говоря, если кто в предыдущем выпуске не услышал, то я скажу здесь. Прохождение по, как это сказать, «Принц Персии» Жанны Халиф, к сожалению, не будет, потому что я, когда ее поставил, она при включении повисает на стартовом экране и вообще не запускается. Первый раз запустилась, когда после вот этой вот окна установки нажал запустить, тогда запустилось. А в дальнейшие все разы не запускалось, просто повисало на стартовом экране и все. Поиграть хрен у нас что получается. Так что ее не будет, к сожалению. Дальше что? Вообще, в принципе, можно было бы уже в этом месяце попробовать снова стрим по модам на Кадаседа запустить. Потому что мне тут подсказали другую обходную программу «Запрет YouTube Discord». Я ее, собственно, поставил, она гораздо удобнее, даже ее не надо открывать. Она и так как бы уже вшита и открыта. Собственно говоря, с ней YouTube работает еще быстрее. Видео на YouTube теперь не загружаются по 3 часа, они загружаются быстрее. Так что, может быть, теперь и стрим запашет нормально. Надо попробовать, наверное. Надо только отобрать обязательно моды, какие буду играть. И, собственно, поскольку вот несколько месяцев я пропустил стримы, я вообще изначально планировал один год постримить, да потом тоже забить. Но сейчас я вижу, что придется в следующем году тоже несколько стримов забабахать. Ну и если у меня желание останется, конечно, зависит еще от рейтинга, то, наверное, потом продолжить еще стримить. Ладно, поехали. Первый сложный уровень на сегодня. Рассвет 2014. Та самая новогодняя атмосфера. Мишура, елка, гирлянда. А самое главное, еда. Именно так думает наш сосед. Он берет ингредиенты для салата, идет вниз за майонезом. А заходя на кухню, режет все содержимое и добавляет чуть-чуть майонеза. Выйдешь же на балкон и не подышишь свежим воздухом. Салат готов, сосед идет к столу и наслаждается каждым кусочком оливье. Ах, пальчики оближешь. Ну, он же ел вилкой. Но он вспоминает, что нужно побриться, идет в ванну. Зря Вуди не пригласили, он приготовил бы лучший салат на свете. Салат из пакостей. Следуйте всему, чему вам говорят. Мать соседа хитрая, она может вас обмануть. У нее еще суперслух. Да. Давайте посмотрим. Ой. Уровень охрененный, тут целых 5 этажей. Оказывается, такое возможно сделать в моде на Кадаседа. Добавить 5 этаж. Я, пожалуй, чуть-чуть тише сделаю. Сосед идет, я не знаю, наверх или нет. Нет, не сюда, не на кухню. Золотой холодильник. С каких пор он золотой? Его и плита тоже золотая. Арбуз. Раскаленная батарея. Реально Новый год. Кстати говоря, про Новый год. Напишите в комментариях, готовится ли кто-то из вас к Новому году уже сейчас, в ноябре. Начался этот ноябрь, а я уже на улице вижу елки в некоторых местах. В магазинах новогодние товары и тоже елки находятся. Собственно говоря, с этим чуть позже разбираемся. Хотя при этом... Так, нет, надо валить отсюда. Однако при этом вообще нету снега на улице. Он один раз выпал и сразу же растаял. Больше не упадал. Как его записать?
А так не запомнить, да? Ну, длинный, видимо, не запомнить. Берем все вещи. Как это ты не дотягиваешься? Залезь на раковину, блин. А, ты же упадешь, и тогда сосед услышит. Ну да. А, я уже думал, это сосед музыку что ли вырубил. Надо было наверх идти, я уже на кухне все проверил, блин. Ладно, пускай идет подвал. Ролик теперь у нас зеленый. Покатается на них другой раз. А зачем ролик тогда сейчас? Собственно говоря, тут еще и пес соседа, а на улице вообще какая-то каша творится. Давайте разберемся, что у нас на верхних этажах, которых не было никогда до этого. Пепси, лед. А, я думал, это под яйца. Викторина. Что за играть в викторину? Ну-ка. Новичок, 5 вопросов. У некоторых, возможно, есть подвох. Обыщите 3 раза в этой комнате книжную полку, вам дадут все фишки для игры. А сама книга находится в самом начале инвентаря. Прочитайте ее правила и играйте. Конечно же, если вы победите, вам дадут вознаграждение. Окей, попробуем. 2, 3. В вашем инвентаре есть фишки для игры, примените «Играть на доску». Затем нажмите на нее и читайте вопрос. Правильную фишку с вариантом ответа на А, Б, В или Г. Например, вы выбираете А, а ответ неверный, то теряете одну фишку, одну из таких фишек. Тогда выбирайте другой вариант ответа. Если ответ верный, то вы ничего не теряете, переходите на следующий вопрос. Вам должно хватить столько фишек, если нет, то вы проиграли. Я надеюсь, что хватит. Нажимаем играть. Вопрос номер 1. Сколько примерно работала в 2008 году Джо Вуд? Человек, я так понимаю, да, человек. Я точно не уверен, но пусть. Давайте попробуем вариант В. Ответ неверный. Пусть будет Г тогда. Это верный ответ. А радоваться еще рано, это только первый вопрос. Ой, а прятаться-то некуда. Надеюсь, он туда не пойдет. А, вот же, здесь спрятаться может. Вопрос 2. Почему Джо Вуд не выпустили третью часть? Игра в их стране не набрала популярность. Вторая. Часть игры провалилась. Ни в коем... Никак нет. Во время разработки произошел кризис. Они не планировали ее сделать. Я, насколько знаю, игра не получила популярности в их стране. И это, конечно же, правильный ответ. Я отпил плей, это узнал. Вопрос 3. И сам это, кстати, рассказывал. Какая точная дата выхода Neighbors Back From Hell? Я знаю, что это 8 октября 2020 года. Конечно же, это правильный ответ. И вопрос 4. Сколько всего дверей в доме соседа в оригинале третьего сезона? Хрена себе, я не считал. Давайте предположим, что 18. Это правильный ответ! Мы угадали. Вопрос 5. Почему Вуди пакостит соседу? Сосед ограбил его, а тот мстит. Вуди психически болен, он сам начал ему мешать. Сосед мешал Вуди спокойно жить. Джо Вуд и Винни хотели заработать с помощью шоу кучу денег. Персонажи хорошие. Ой, но их подкупают.
Вариант В, по-моему. Вариант В. Конечно же. Конечно же, правильно. А, получить приз. Используйте книгу с правилами. Или любую фишку, чтобы получить сюда. Давайте книгу с правилами. И мы получили приз. Объяснение к ответам. И магнит из Hello Neighbor, видимо. Ингредиенты для салата. Внутри находятся ингредиенты для салата. Нет. Нет. Объяснение почитаем потом. Не подходит ничего. Что здесь? Надо налить сюда воду. Стакан... кран на этаже ниже не работает. Запертая дверь. Куда она ведет? В казино. Охренеть. Казино? А на этом этаже нет крана? Он тут есть, но его нельзя использовать. А это куда? В теплицу. Охренеть, у него дом, блин. Вообще можно растопить лед. Давайте почитаем вообще пока, что тут за ответ. Номер 16, 100 человек. Скорее всего, игра не окупилась, но... Используйте на викторину, чтобы эту книгу удалить. Понятно, это ответы на вопросы, которые мы и так уже поняли. Да пофигу, пусть остается в инвентаре. Я спрячусь под кровать, не буду туда ходить, а то вдруг нельзя попадаться Гарри на глаза. Скорее всего, можно, но не буду рисковать. Секундочку. Я точно все правильно сделал? А, все окей. Я что-то думал, что микрофон вдруг у меня не включен. Все нормально, все нормально. Так, посмотрим на Гарри. Видать, тебя опять сосед похитил. Прикинь, да! А ты сможешь снова помочь мне, я тебе? И как же? Лёд растопить же нужно, да? Может быть, на столе? Нет. Чем его растопить-то? Какой-нибудь предмет-то явно здесь надо применить. Нет. 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 Это применяли уже, нет. Нет. Нет, ничего не подходит. Пока пойдем, короче, в ванну. Ой, какую ванну? В подвал. Посмотрим, что там подарок требует. Подарок 0 из 5. Подарок для Гарри. Нужно положить сюда вещи, которые любит Гарри. Нужно положить предметы, где первая буква... Первого сезона соответствует одной из букв имени Гарри. Охренеть. Первая буква первого слова соответствует одной из букв в имени Гарри. Ну, Гарри. То есть Г, А, Р и И, значит. Возможно, это ролик.
Возможно, это ролик. Давайте подождем, пока сосед сходит сюда. А потом попробуем положить туда ролик. Газированный напиток. Ну, Пепси. Пепси именно. Тут непонятно, какой буквы. Лед точно нет. И клей не подходит. И арбуз может подходить. Ну, скорее всего, это ролик. Верно. Ну, подарок для Гарри, нужно положить сюда вещи, которые любит Гарри. Нужно положить предметы, где первая буква... А, снова. Тогда, может, напиток? Хм. Пепси. Непонятно. Газировка, наверное, тогда. А второе что? Хомут точно нет. Арбуз? Арбуз, верно. Три из пяти. Еще какие-то надо две буквы. Мы использовали букву Г, Р и А. А это что такое? Майонез? На сливки внешне похож. А где же нам сливки взять? Рабочий стол-то я осмотрел. А тут книжная полка еще есть. Может, тут что-то есть? Понятно. Ага, тут что-то есть. Это что? История. Может быть, И, то есть Гарри. Может быть, это подходит. Верно. Остался еще один или два. Хрен его знает. Один, скорее всего, остался. Гарри. Что-то одно на букву Г, Р. Возможно, еще одна Р, потому что две буквы Р. Но что именно? Понятия не имею. Магнит, суперклей. Непонятно. Вот магнит на что можно применить? Вот это мне непонятно. Лосьон после бритья. Ну, наверное, клей надо. Это верный ответ. Магнит? Ничего себе магнит. Офигеть, офигеть. Странное вещество. Описание на китайском. Извините, я не знаю китайский язык. Но тем не менее, мы сделаем так. Подложим сюда. Интересно, огнетушитель для чего? Где он будет его применять? Короче, головоломки, когда соседа пошли. Это интересно. Это интересно. Это реально классная часть этого мода. Классная деталь. Где нам еще добыть предметы? Здесь вот ничего нет. Что-то на букву R нам еще надо достать. Здесь ничего нет. Нет, в книгу не записать. Как его записать? Вот действительно правильный вопрос. Я не знаю как. Здесь нет. В шкафчик, по-моему, я смотрел, там тоже нету. А, мы еще тут не смотрели. Вот здесь может еще что-то быть. Пусть в подвал, а дальше мы проникнем в эту комнату и заберем то, что там есть. Можно включить компьютер. Подьютер. Наверное, пароль от компьютера. Ну, слава богу, пусть. Здесь ничего нету? Серьезно?
Пес проснется сейчас. А, записка для паролей. И флешка. Рождественская флешка. Ой! Нифига себе, вот этого я не ожидал, блин, офигеть. Это, оказывается, это вещество так работает. Охренеть, блин, охренеть. Рождественская флешка, что на ней? Старые воспоминания о Новом годе. Наверное, оно для этого. В подарок засунуть. Последний предмет. Офигенный уровень, офигенный мод. Я просто обожаю его. Но он сложный, признаю, очень сложный. Но интересно, очень интересно. Мы этот подарок принесем Гарри, а он что-то нам должен очень ценное дать взамен. Потому что мы столько всего искали для этого. Да, вообще, реально, тут Новый год у нас творится, но да, у нас еще пока не Новый год. Но тем не менее. Тем не менее, я надеюсь, мы найдем, что сыграть на Новый год. Отлично. Подарок добыт. Он этого заслужил, полностью согласен. Что это? И не ТВ. Не ТВ. Что такое не ТВ? Это от чего это пароль? Так мы туда пока не пройдем. Не пройти нам пока туда. Короче говоря, у нас, собственно... Ой! Идем скорее наверх. Это мод на каждого соседа, в котором присутствуют элементы Hello Neighbor. Это реально классно. Большой дом, головоломки. Ой. Так, ну и что ты, Гарри, нам дашь взамен? Телефон хакера. С помощью этого телефона можно взломать телефон Гарри, обеспечив его телепортацией, включая самого Гарри. Телепортация произойдет, когда Гарри скажет команду «Смайл». Сосед заметит его странность, заметит странность лица Гарри, но заметит Гарри странность до произношения команды. И что сейчас произойдет? Он, наверное... А, это произойдет, наверное, когда он сюда пойдет. Но сейчас он, слава богу, пока не идет сюда. Осмотреть компьютер нужно сейчас будет. Так, немедленно делаем это. Осматриваем компьютер. Ничего нету? А, понятно. Мы уже и так его осмотрели. Ходим. Просто аккуратно ходим тут. Делать тут нечего, я так полагаю. Вот для чего этот пароль, я не понимаю. С компьютером мы и так уже разобрались.
Ну не еда же запароленная, ё-моё. От чего пароли? Я не могу что-то понять. На компьютере я его применял, не работает. От чего пароль? Пароль от чего? Это что за телефон? На стену и на стол посмотри. Секунду, секунду. На стену, наверное, надо. Нет. Странное затемнение здесь. Здесь явно что-то скрывается. Нужно ли мне оно? Но что с этим делать? Я думаю, что нужно, но я не понимаю, что это за затемнение. И что мне надо с ним сделать? От аптечки, может? Нет, не на аптечке. Вот так. Исчез, гай. Тут не нужен ключ. Чтобы открыть аптечку, нужно записать на замок пин-код. Попытка только одна. Нужно найти этот код и записать его на листок. Сюда первая цифра 2. Ну я ж применил. Отечку. Что за прикол-то? Ну я же записал. Что за прикол-то? А со льдом что делать? Первая цифра 2. Куда еще можно применить? Я не понимаю, что делать вообще. Знаете что, я поставлю на паузу и проверю в интернете. А, блин, слушайте, я походу просрал возможность, блин. Тут надо было пароли эти применять сразу, а не нажимать вот сюда. Тут были пароли, надо было сюда нажимать, а теперь я ничего уже не смогу сделать. Проиграл я. Я проиграл, и мне уже ничего не сделать. А, блин, капец просто. Ну вот нафига надо было вот этот подвох делать? Ладно, эту серию я не пройду, давайте следующую. Такой вот фейл, игра меня тут надурачила. День дурака. За окном 1 апреля, удачи в этот день много не найдешь. Так еще и погода не радует, но у соседа появляется идея приготовить кофе и добавить туда немножко зелья удачи. Затем он решает запустить компьютер и сыграть новую игру будущего. Пока компьютер запускается, сосед решает потренировать удачу играми в свое казино и выстрелами в манекен. Ну а после заходит в игру и начинает выигрывать других. Удачная для соседа 1 апреля. Нет, этому надо помешать, кричит Вуди. Но берегись, ротвейлер за тобой, Вуди идет. Выиграть в автомате не так уж и просто. Тут кому как повезет. Чили недавно прокачался, и лучше не будить его, а то опять ему снотворное давать. Понятно. Сейчас будем разбираться. Не, ну с предыдущим уровнем, ну это не прикольно, конечно, что вот так вот надурачила меня игра. Ох ты ж, нихрена себе. Это что, дом будешь, что ли? Надо стараться, просто нужно. Охренеть. Так там еще есть этажи, оказывается. В будущих
версиях они... Опа! А, это мой манекен, мой сосед. Мой дружный сосед. О, даже с анимацией. Ну, давайте посмотрим, что есть у дома. У нас есть скрепка и мука какая-то. Здесь ничего нельзя посмотреть. А тут есть еще аптечка. Маленькая раковина, что-то низкая, вернее. А что тут ничего нету? Манекен, мой дружный сосед. На нем я отрабатывал приемы самообороны, частенько пугался его, заходя в подвал. Да какой тебе прием обороны? Как мы видим, не очень-то получается. Это телевизор, типа что ли, над дверью. Не очень удобно висит. Ну ладно, давайте отправляться к соседу. Что означает табличка? Кошечка просит ко мне в комнату. Извини, я не могу тебя пока пустить. Блин, прикольно. Вот это на превьюшку можно отправить. Вот этот кадр. Ого, тут еще и подвал такой имеется. Охренеть, блин. Домина. Я хочу такой построить в Майнкрафте. Только я бы хотел увидеть полную версию. И посмотреть, насколько... Что там еще будет? Куда вообще лифты эти ведут? Туда, ниже, я так полагаю. Ниже, чем вот этот. Вот этот же... Охренеть, что сосед творится. С манекена Вуди тоже, видимо, тренируется, блин. Уже все и так взяли. Табличка с Вуди у нас тут. Я тоже не обещаю, что пройду этот уровень, потому что нам на него полчаса дается целых. Я полагаю, что будет его пройти вообще сложно. Но мы хотя бы... Ой. У него камера тут что есть, что ли? Обалдеть. Четыре монетки. Куда ж нам 4-то? Так, ни в коем случае не будить попугая, да? А снотворное где брать? Снотворное у нас нету. Или соседа придется ждать, пока он ему даст снотворное. Трамп отмечает победу на выборах президента. Хорошо, прекрасно. А нам ничего не будет от этого? А, он еще до сюда не дошел. Ну да, дом огромный. Ага, вот как эта игра, как это называется. В общем, название я вам не скажу, мне рекламу не платили. После съемок обязательно скачаю. Понятно. Не столь важно, наверное. В ящике ничего нету, да? Стой. Охренеть. Обалдеть просто. Но у него башка не пролазит через эту янку. Ай. Ладно, пока он идет наверх, у нас полно времени, чтобы тут пошариться. Вообще полно времени. Лестница, которая ведет куда-то, наверное, на те этажи. Портальная...
куда приведет портальная дверь. Обалдеть. Вот, вот так портальная дверь. А сосед ей тоже воспользоваться поди может. Выиграл? Ой. О, как это так получилось? Ничего себе. Он ничего с нами не сделал. А вот это нам повезло. Что это за уменьшающий луч? Уменьшает любой объект, правда, только один раз. Если положить на пол, размер вернется. Да, блин, что за прикол-то такой, а? А, он среагировал на камеру внизу, что ли? Что можно уменьшить? Скажите мне, я вот не в курсе. Мастерская, ё-моё. Мастерская еще какая-то у него есть тут. Так, ну-ка, землю. Как это не землю? Неужели сюда? А кто снотворное попугаю давать будет? Не я же разбудил его. Да, жесть, конечно. Все? А что я вообще достал? Что это было? А, это вот это. Фигня. Сосед, играя в казино, всегда проигрывал свои деньги. Теперь он сделал свой автомат, где шанс выигрыша равен 100%. Он вкладывает свои деньги, чтобы выиграть казино. Ему не важны деньги, он просто хочет почувствовать себя победителем. Может, бабки туда надо вложить? Что еще есть? Еще баксы. И вот это. С 1 апреля 2024 не наступит. Ничего не понял. А при чем тут 2024 год? Как бы 2014 на дворе? А, это тебе пока что не касается. Сегодня нам с вами говорить не о чем. Стой. Ни хрена не понял, опять же. Ничего не понял, ничего, если честно, но да ладно. Что на книжной полке имеется? Ага, еще одна монетка, 5 монеток. Охренеть, 5 монеток мы уже собрали. Как это так? Для чего они нам нужны? А с попугаем что делать, скажите мне. Как он будет играть в игру? Что это у нее за игра такая? Стрелять в детей? Что ли? Или бить, или пинать детей, я не знаю. Судя по звукам. Хватит играть. Что вообще надо делать? Вот это куда применять? Уменьшает любой объект, правда, только один раз. Если положить на пол, размер вернется. Если положить на пол, размер вернется. Что можно такого придумать с этими вещами? Что может сосед потом положить на пол? Он всегда на... Это всегда на кухню дверь будет вести? Я так полагаю, да. Нет? А, это сюда. Холодильник золотой. Ай! Бежим, блин! Сосед ему даст снотворного сейчас? Нет, не даст.
И что с ним делать-то? С этим попугаем проклят. Я не знал, что здесь собака имеется. Ладно, будем смотреть, что здесь находится. Так, у нас шпилька есть. Мы сейчас шпилькой откроем этот замок. Осторожно, шумная труба. Интересно, что в ней шумного? Так, это что? Выключить камеру. Выполнено. Это что? Открыть сундук. Ох ты ж, ё-моё. Я думаю, нужно применить, когда мне... Куда ведет эта дверь? Эта дверь ведет в подземелье. Мне туда не про... Мне туда не пройти. Он идет сюда. И он сюда сейчас пойдет, да? Ладно, сидим, ждем. Что поделать. А если я вылезу, она тоже прошумит так же? Блин. Блин, слушайте, похоже на то. Я что-то так думаю. А с этим что делать? А, тут еще есть это. Ну, проверим. Твою мать. Че, серьезно? Интересно, какое же у него там подземелье будет? А нужно же возвращаться домой еще, да? Блин, придется ждать, пока он уйдет наверх, чтобы мы успели сбежать куда-нибудь вон туда. Ну, я уже понял, куда применять вот это суперустройство. Супер-мега-устройство, да. Супер-пупер-пупер-устройство. Че, он свою собственную лапу, что ли, подгрызывает? Окрас у попугая интересный, конечно. Бежим. Надеюсь, у нас достаточно времени. Поднимайся скорее! Нет! А, я уж думал, победил. Сколько я уже времени-то понаснимал? 44 минуты. А, давайте продолжим. Давайте все-таки продолжим. Давайте попробуем еще раз. Но я уснил некоторые моменты для себя. Что нельзя это самое. Прятаться в этой трубе без экстренной необходимости. Потому что у этой прятаться в ней можно, но у нее есть одна обратная сторона. Это мега крутой уровень, мега крутой мод. Просто я вообще офигеваю. Табличка у нас, что это означает?
Дом Вуди не находится напротив дома Ротвейлера, он находится правее от него. Снимать серию в 2D проще, так и делает мой оператор. Понятно. С этой таблички, я так полагаю, ничего делать нам не надо. Дождь идет. Давайте вообще попробуем. Опа, стоп, стоп. Пошли. Он вот здесь, он очень долго поднимается и спускается. Вот в этом проблема. Еще монетка одна. Да вы что, угораете? Или это я уже собирал? Твою мать, еще одна монетка. Или я был здесь уже тогда? Я что-то вот не помню. Зачем нам столько монеток вообще? Пусть задержится немножко здесь. Тут я... А, кому-то я уже смотрел. В аптечке. И здесь что-то было, я уже что-то тоже не помню. Было. А здесь нет. А, и... А, нет, и здесь тоже было. Еще одна монетка и... Вот это вот. Ой, блин, камера тут. Компьютер и вправду мощный, хотя выглядит очень старо. Да сколько же у него тут монеток, а? Когда они... Блин. Да не кончится. И зачем, нам 100... Нет, вот самый главный вопрос, зачем нам столько монет? А у него там вообще мороз, мороз в холодильнике. Не морозь меня. Это стекла такие, типа, да? Да офигеть у него дом, блин. У соседа. Так, автомат. Анимации автомат даже. Монетка опять. Куда нам стук монет? Не, явно же не просто так монетки нам нужны. А, он уже здесь. Быстро поднялся. А это у него компьютер так долго запускается, что ли? Не будить попугая. А манекен у него как собранный должен быть? Так, мы должны, короче, выждать момент, когда этот, как его там, сосед, господи, что я говорю, как его там, сосед пойдет куда-то наверх далеко, а мы в это время пошаримся в подвале. Что вообще можно здесь сделать? Тут я смотрю, коробка с петардочкой, я так полагаю, зелье удачи. А зелье неудачи есть? В шкафу, да? Давайте на зелье неудачи у нас какой-то, у нас где-нибудь есть вообще, нет? Монетка еще одна. Сколько можно монетки, а? Дайте мне что-нибудь полезное, а? А, он сейчас пойдет сюда. Посмотрим, можно ли что-то придумать с этим зельем вообще.
О, собран манекен. Давайте применять. Это его задержит. У нас будет немножко больше времени. Шпильку скорее. Наступив на эту муку, упадешь. Куда я... Где-то ее рассыпать надо, значит. Ключ. От чего гаечный ключ? Выключить камеру. Используем вот это дело. Как? В смысле нет? Интересно. Зелье удачи. Вообще не понимаю, что надо делать с этим зельем проклятым. И что надо с манекеном Вуди делать? А что делать-то надо? А подождите, а что делать-то? Стойте. Блин, я реально не понимаю. Он уже здесь, он близко. Придется так сделать. Другого выхода у нас нету. Ну я не понимаю, я же все сделал правильно. Или подождите. А, может быть это с этим манекеном сделать надо? Блин, надо попробовать. Сейчас сосед тут закончит свои дела. И попробуем. А, я вот это забыла смотреть. В следующий раз проверять. Отведал силушки скорострельно. Не хотел бы я это говорить в данном случае. Тут у нас земля, почва. Наверное, земля. Выхода нет, придется так сделать. Успел. Практически в последнее мгновение. Шутиху. Это очень опасная штуковина, если в нее выстрелить, то она... Понятно. Надо попробовать. Только в следующий раз. Собранный манекен. Так, ждем, когда он поднимется очень высоко. Лучше в казино даже. Иначе хрен я успею выбраться отсюда. Уменьшитель, наверное, в манекен соседа надо применять. У меня нету других вариантов. Хватит играть, скорее в казино давай. О, город даже. Там даже город какой-то, а не деревня. Я вижу тут на фоне. Дом у соседа отстроенный очень. Нафига ему такой, не знаю.
Ладно, у нас достаточно времени, чтобы сбежать. Я думаю. Есть! В последнее мгновение убежал. Подниматься он будет очень долго, поэтому... Бегу. Сбегаем из соседского дома. И попробуем применить пульт этот на манекене соседа. Других вариантов я не наблюдаю. А тут с этим тоже что-то сделать можно, да? Ну да, потому что других вариантов просто нет. Сломанный уменьшающий луч. Нифига себе. Чё, серьезно? Это что такое? Уменьшает любой предмет, но как именно, неизвестно. Обалдеть. Измельчитель, блин. О-о-о-о-о-о-о. Ладно, давайте разбираться дальше. Какой именно предмет надо уменьшать. Портальную дверь зашел. А портальных дверей в Hello Neighbor я не встречал. У него зубная щетка в трюкой, что ли, была? Не, ну серьезно, вот это место, вот этот двор, это вообще просто ад. Просто ад. Ну-ка. Спрячемся здесь пока. Потом разберемся, что делать в подвале. Столько загадок в этом моде, столько загадок, которые надо будет находить отгадку. Но это нужно будет вместо этого манекена поставить, да? Но, наверное, когда собран, тоже надо будет, да? Сейчас разберемся, попробуем. Может уменьшать, может быть, в зелье надо подмешать это пыль эту. Надо попробовать. Сейчас мы это попробуем. Потому что столько секретов скрывает этот мод в себе. Что хрен разберешься просто. Ну-ка, посмотрим. Да ты угораешь, что ли? На собранном только можно. О, я угадал. Теперь не светит ему ничего хорошего, соседу нашему. Прекратит играть в эти дурацкие игры. Подождите. Да
Подождите, сейчас посмотрим, можно ли применить это сразу туда. Но, скорее всего, нет. Нет. Но спускаться он будет сюда долго, поэтому есть у нас время, чтобы удрать отсюда. Хоть и не очень много этого времени. Все спокойно тут, блин. Сейчас подождем, пока он сходит сюда, потом это самое. Попробуем тут что-то применить. Соседа применим сюда. Манекен соседа. О, господи. Головоломки, головоломки. Ага, так, он пошел в казино играть, у нас полно времени, чтобы тут что-то сделать. Очень много времени у нас сейчас будет. Что с гаечным ключом сделать можно? Непонятно по описанию. Что на табличке? Что он про табличку скажет у нас? Гай проснулся уже, что ли, в розыске? Как же приманить соседа? О! Обалдеть. Вот это мы нашли отгадку. Так, я надеюсь, мы успеем тут все сделать, и нам не придется. Прятаться в эту трубу ужасно. О, отлично. Нет, спрятаться я уже не успею, но... Вернее, спрятаться... Убежать я уже не успею, придется прятаться. А, надо было туда шутиху воткнуть. И надо было брать... Надо было еще один взять вот здесь. Ох, не подумал я, не подумал, что он тут ружье достанет. Не подумал я. Ну ладно, придется еще раз пробовать. Еще один манекен брать. Ох, как ему сейчас понравится. Только вторая пакость. А, он еще и белый стал. Вуди и сосед атакуют соседа. Ну, видимо, неспроста сюда несколько манекенов впихнули в этот сундук. Скорее.
придется сбегать отсюда, когда он наверх поднимется очень далеко. Фу, я уже заколебался это проходить. Но, блин, это интересно. Монета, что трудом обретена, дороже, чем дареная казна Алишер Навои. Тут у них одинаковое описание, да? Злобный попугай. А, он еще играть сейчас будет долгое время. Так что у нас есть время, чтобы убрать. Есть. А, еще наверх, скорее, наверх. Все, мы это сделали. Отлично. Куда ваксу применять? Ах. Осталось три пакости, но вот какие? Что надо сделать? С гаечным ключом. Может взломать казино? Или что можно с этим сделать? Хрен знает. А, еще вот это не сработало. Зелье уменьшения. А, нет, слушайте, мы это посмотрим. Мы это посмотрим. Мы должны это посмотреть. А с каких пор он бегать начал теперь постоянно? Почему он бегает постоянно? А, теперь не бежит. Попробуем применить ваксу на вот это. Почему это вообще как кофе обозначается? Он... он выращивает кофе. Непонятно, что с этим делать. Ладно, давайте посмотрим, что сейчас произойдет. Как он уменьшится. Обалдеть. Взламываем казино. Даже в собственном казино он теперь проиграет. Ага. А с ваксой что делать? Густая черная масса. Не, на это не применяется. Может, надо еще один достать? Нет. Интересно, интересно, интересно.
кухню только всегда ведет. Рандом сложно сделать в этой игре. Ладно, придется ждать, пока он пойдет до казино. Что делать с этим? Что с ваксой делать, я не понимаю. К сожалению, нету. Я не находил на ютубе прохождение вот этого конкретного уровня. Не знаю, зачем нам монет столько, если одной нам хватает. Куда применять ваксу и вот эту вот массу черную, я не знаю. Ладно, не важно. Сейчас посмотрим, как он казино сыграет. И завершим уровень. На этом я уже заколебался. Хоть 6 пакостей сделано. В принципе, уровень уже можно завершить, но я все-таки хочу посмотреть, как он сыграет сейчас в казино. Больше часа поди уже в видео. Да по-любому, господи, что я говорю. Он идет в казино. Наш уйди в шкафу. В подсказке говорится, что попугаю снотворное. Давай, придется. А, я не знаю, где тут снотворное взять. Что со школьной доской делать надо, непонятно тоже. Он, кстати, сюда и не ходит. К чему вот это вот про 1 апреля 2024? Если знаете, или Макс 10 может сам смотрит это видео, пожалуйста, скажи, куда надо было применять эту ваксу. И что я еще мог упустить в предыдущем уровне? Вот тоже ответьте мне, пожалуйста. Это очень важно. Проиграл. Все. Ладно, давайте выходить тогда. Я не знаю, что делать. Что в седьмой пакости у нас что? Завершаем уровень. Нет. Мы куда-то в небо телепортировались, что ли? Ладно, прошли на галочку без звезд этот уровень, а этот из-за косяка уровень не прошли. Короче, офигеннейший мод, просто офигеннейший мод. Вообще, лучше я не встречал. Напишите обязательно в комментах, что я упустил. Будет интересно прочесть. Ну а на сегодня все. С вами Сайкоза, подписывайтесь на меня, эпичные видосы, подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте, в Дзен, и всем пока.